А у нас есть задача. Вот эту белую стену надо превратить в черную. Шутка, не все. Черное. Опа! Много? Что мы пишем? Дочек! Мы портим наш дом. Красим наш дом, в смысле. Good morning! Всем доброе утро! Или вечер, или день. На улице большущий дождь идет, а у нас есть задача. Вот эту белую стену надо превратить в черную. Шутка, не все. Черную, в такую синее-голубо-серую. Вот примерно, что вот такое, типа под это художество, которое нарисовала сама Аня, моя жена. А сейчас, Лео, берем краску, наливаем ее куда? Куда? На стенку. Не, вот это что такое? Как называется? Это валик. Валик, правильно. Давай напишем слово Лео по-русски. Готов? Да. Готов? Поехали. Что на стене написано? L-E-O. Какое это имя? L-E-O. L-E-O. Лео! Лео! Мы портим наш дом. Красим наш дом, в смысле. А, надо, чтобы высохло? Да. А потом что будем делать, когда высохнет Лео? Посидеть чуть-чуть. Что посидеть? Посидеть чуть-чуть. Чтобы оно высохло, да? Да. А потом, когда оно высохнет, что будем делать? Картину поставим. Картину поставим? Или повесим? Повесим. Повесим, да? А что еще мы повесим? Еще вот это автобус приедет. Повесим. А вот это домик повесим. Вот это небольшую картину. Лодку повесим вам. Все. Да. Лео, красивая стенка или нет? Не очень красивая. Не очень? Со всей силы включили ветер, чтобы он дул прямо на стену и сохла она. Потому что некоторые вот такие вещи, как только мы прикасаемся, оно растягивает еще, оно же влажное еще. В общем, как-то прикольно стало, как будто мы живем в другом доме, да? Или в каком-то бизнес-офисе, здесь какой-то логотип повесить и все. Самая красота, что сочетание вот этого цвета и вот этого цвета. Лео, тебе нравится? А что прикол, что мы обошлись без праймера. Прежнюю квартиру мы красили на прошлой неделе с праймером, а потом еще этим сверху. А потом я считаю, что наша краска paint and primer вместе. Поэтому мы не потратили вдвойне нашу жизнь, укоротили. Мы с ней укоротили. А это еще один валик. Не, она уже все покрашена. А сейчас мы пошли есть Наполеон, который мы вчера не доели в ресторане «Жар птиц». Там такие наполеонищи, вот такие гиганты. Все. Спустя еще часик, наверное, вот вам финальный результат. Надо еще снять эти все тейпы. Неплохо все выглядит. Солнце вышло на улицу. Аж жить захотелось. Поэтому сейчас мы улетаем на день рождения к Эрнесту. А с вами были семейство наше в субботу. С такой прической украшаем наши стены.